we've taken the same road for a while. I will love things you left behind. Всем привет, с вами Михаил Шварц. Мы на севере острова Тенерифе, на Канарских островах. Этот городок называется Санта-Крус-де-Тенерифе. Сегодня у нас непростой день, мы едем на самый север острова. Сейчас мы посетим пляж с песком, который привезли специально из пустыни Сахара. Пляж называется Лас Тереситас. Потом мы поедем на самый север острова, на горы Анага, и посетим там секретный пляж. Он называется Бениха. Обо всем об этом мы вам расскажем немного позже. Сейчас мы на набережной Санта-Крус-де-Тенерифе. Здесь видно аудиторию де Тенерифе. Такое стильное, красивое здание. Ну что ж, поехали, не буду вас задерживать. Это пляж Тереситас, который находится на севере острова, чуть севернее Санта-Крус-де-Тенерифе. Как вы видите, здесь нетипично белый, такой немного желтоватый песок. Его привезли из Сахары. Мы отлично покупались на пляже Тереситас, теперь забрались на смотровую площадку здесь, наверху на соседней горе. Как видите, открывается просто восхитительный вид на пляж. Сейчас мы едем на пляж Бениха. Там, если посмотреть внизу, под горами, чуть-чуть маленькая часть этого пляжа виднеется. Сейчас мы подвезли сюда одного велосипедиста, который не смог забраться в гору. Продолжим наше путешествие. Будет еще интереснее. Кто на чем приехал на пляж, кто на машине, кто на фургончиках вот с такими раскладными крышами, а кто-то приехал на коне. На севере такие приятные пляжи, спокойно, тихо, народу не очень много, мне кажется, в основном испанцы. Катаются на серфинге, волны большие, но не очень опасные. Я тоже немного покатался на пенопластовом серфинге.